Чего? До забора бежать. Потери пульс. Отсюда. И вон. Сойдет я. Вон до туда. Я там встану, буду вас это самое встречать. Сейчас я считаю шаги, короче. Мы считаем шаги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. 25! По свисточку. Раз, без остановочки. Раз, переставила. Раз, и побежала. На тебе рацию. У меня рация. Ты здесь, я там. Точно так же, короче. Сейчас. Я тебе буду говорить, кого, а ты запускать будешь, ладно? Джин-джин-джин-джин. Зай, только контролируй, чтобы у них там это самое, ну, не отцеплялось, ладно? Цепляешь. Раз. И в обратную сторону. Зай, следующий Аня. Смотри так, чтобы прицеплять их в том месте, где люди не ходят, чтобы людям не мешать. Молодец, перестегиваешь. Бежишь когда, ну вот так вот, вот. Не здесь, а вот здесь вот. Беги, 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 беги. Не отдыхай, не отдыхай. Ноги станут крепкими. Кирюха. Дарин, сюда посмотри, пожалуйста. Вот сюда, чтобы нигде люди, а вот здесь, вот здесь. Раз, раз. Красавчик, пересёгивай, давай, 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 давай. Старайся бежать как можно быстрее, ускорение, чтобы это было. Зай, сдвиньте покрышку, чтобы людям не мешать. Сюда вот ее. Сюда. Вот. За лямку проще, проще потянуть, да, или вот так вот. Санька следующий. Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Перестегнул и назад, так, чтобы людям не мешать. Все, побежал, 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 побежал.
более надо до конца добегать. Быстрее, 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 быстрее. Вот. Смотрите, первое, что хотел поделиться, водители плохие из вас. Там полоса у нас, да? Там люди ходят. Вы отсюда бежите, прямо бегите. У нас правостороннее движение. Люди будут ругаться, и это не очень хорошо, надо уважать людей, понимаешь? Как бы. Вот, поэтому отсюда вот и ровненько, вот так вот, вот ровненько, прямо на знак туда бегите, чуть правее знака, чтоб ровненько, хорошо? Так, Даринка, следующий. Приготовились. Поняли как? Да. То есть добежать прямо, вот добежать. Хорошо добежать. Держи. Так, чтоб людям не мешать. И стараться ускорение, это не просто бег, ускоряться как можно быстрее. То есть надо прицепить, натянуть и потом побежать. Внимательно слушайте задачу поставленную. Давай, 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 молодец. Опа. На ошибках учатся. Если ты адекватно воспринимаешь все свои ошибки, это не ошибки, потому что ты их исправишь. Ошибки — это когда ты их повторяешь. Один раз сделай — это опыт, понимаешь? И еще такая штука. Люди снайперами не рождаются, понимаешь? Они начинают, когда все промахиваются. Потом они учатся и начинают попадать. Вот то же самое и человек. Весь его успех, он состоит из опыта. А это ошибки. Не попадает тот, кто не промахивался. Молодец, Кирюха. Добегайте до конца, чтобы не поправлять постоянно ее как бы на какой-то промежуток. Приготовились. До конца, до конца, до конца и подтягивай ее. Вот, молодец, красавчик. Кто у нас следующий там чемпион? Забор не снеси, Саня! Прикинь, тебе перекрестка выбежала. Давай, давай, Саня, молодец! Он не умеет останавливаться быстро, короче. Он если бежит, то это мощно и долго как бы. Не ругаемся. Приготовились. В первом подходе не добежала. Давай, 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 давай. Смотрите, знаете, как вот это объяснить? Да, иди сюда. Почему, как думаешь, почему Коля у нас бежал не ровно, а вот туда, в проход, где люди ходят? Почему? Потому что он разворот хотел сделать. Почему? Потому что он разворот хотел сделать. Почему? В России правостороннее движение. Почему? Не знаю. Почему? Класс. Почему? Он не хотел... Он хотел делать без остановки.
Все гораздо проще, это сила, привычка. Вы по улице ходите не в забор, а в проход. Поэтому он бежал не в забор, а в проход, по привычке. Если вы будете тренироваться хорошо, будет результат. Это войдет в привычку. Технично, правильно, войдет в привычку. Делайте коряво, войдет в привычку и будете всегда делать коряво. Давайте на собаку даже насадить. Все, пошел домой. Красивый. Вот вы говорите, у вас жизнь плохая, зато он свободный. Зато он нашел свой дом. Зато он свободный. Так. Третий. Раз, два. В этом третьем я буду бежать с вами. Снимать. Прямо. Да. Как вы это самое. Так, я все закрыл. Я буду бежать с вами. Бежим по команде Хаджина. Вот это. А может быть это такой. Ну ладно. Хаджима. Поменяла. Молодец. Красотка, следующий. Блин, у меня это ключи из кармана, штаны снимают. Там связка такая на 1.5 килограмма. Отжимай! Отжимай. Молодец, оперативно. Санька? Отжимай. Коля, помнишь, в первом подходе не добежал? А втором и в третьем будешь бежать больше на это же расстояние. Карма. А Санька просто дальше добегает, и у тебя получается больше всех на метр. Отжимай. Красавчик. Задача следующая. Сейчас я покажу. Коленки на месте, относительно корпуса не гнется, и только
сгибали ноги. То есть, чтобы успел, то сгибались только ноги. Это? То есть, все очень просто. А бывают квадры, у которых как раз возле этой самой. Заметьте, вы, когда вот это все дело делаете, если вы все это кидаете на асфальт, асфальт он как бы грязный, потом это на куртку одевать, поэтому старайтесь верхнюю часть вот эту и кидать туда на грязь, хорошо? Такие дела. Приготовились. Только разгибанием ног, то есть не шагаем. Когда шагать будешь, будет работать другая группа мышц. Если шагать, другая группа мышц работает, не та, которую нагрузка. Пониже сядь просто. Левей, 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 левей. Здоровское упражнение? Нет? Тяжело? Горят? Следующий. Приготовились. Поняла смысл как, да? То есть надо понять. Около. Да-да-да, нормально. Чувствую твои ощущения. Что чувствуешь? Поняла, что у меня сейчас бедра взорвутся. Вот. У тебя-то ноги крепкие как бы. Они у меня просто с пятницы уже болели. Ну, это еще начало. Лето только начинается. Приготовились. Когда ноги длинные, это сложнее гораздо. Ну, координация, вот эта центральная нервная система. Аккуратненько, молодец, ручки подставила. А еще подбадривать надо, когда кто-то раз вот на грани провала, как бы надо подбодрить. Им тяжело в этот момент, неважно кто это. Вот как-то мы тут так вот тренировались в одном месте, да, всей бандой как бы, да, нашей спортивной. И мальчишка, то ли футболист, то ли на беге он занимался, как бы, да? Даринку вызвал, короче. Ну что, как она? Нормально. То, что руки подставила, молодец, отряхни. Не поранилась? Отлично, Кирюха. Кирюха опытный воин. Приготовились. Только туда он, это, не выйдите туда, где машины ездят. Разгибай ноги, ноги разгибай, от колена ниже. Ниже сядь, ниже сядь. Вот он быстрее делает, но менее правильно, чем предыдущий спортсмен. Надо, чтобы ноги разгибали, чтобы вот эта часть горела. Вот эта часть передняя. Дети всегда интересны, мне всегда нравится. Дети за любой кипиш, как бы, кроме голодовки. Кирюха, во втором подходе хочу, чтобы ты побыстрее немножко делал, хорошо? Санчелло. Ну, рыбак из тебя так себе.
приготовились. Ноги сгибаешь, ножки пошире на ширине плеч. И просто разгибаешь в коленах ноги. Хаджина. Не бежать. Коленки на месте. Ноги в коленях разгибай. В коленях. Есть такой боксер в Таиланде. Баукаф Пор Прамук. Слышали, да? Баукаф. Вот он всех рубит, короче. Там малаха такая, что такие столбы гнет. Вот он попросил... У них там дороги. Там, где он в провинции живет, у них грунтовка. Он с такой покрышкой при это самое и побежал. 5-10 километров в день, короче. Как разминка такая, короче. Причем там жара такая, и горки вверх-вниз с поворотами, машины вперед-назад, все сигналят такие. Машина проезжает, и оттуда все. Ну что, как она? Великолепно. Красавчик. Коля тоже, думаю, зайдет. Приготовились. Подождите. Приготовиться подождать? Наверное, все. Мы же Хаджима не начнем, пока как бы не будет готов спортсмен. Хаджима! Пониже сядь! О, и вот так вот, да. Вот здесь вот горело, да, Саня? Вот туда упадешь с затылком и прикинь, и всю жизнь в туалет под себя ходить. Это плохо. Будь аккуратней, будь профессиональным. Ну что, как порядок? Да. Кружилась голова? Нет. Если кружится, это от счастья. Ноги отказывали? Было такое, да? Саня когда-то было на тренировке вроде. А? Когда мы на лестнице скакали. Да. На скамейке. А когда, смотрите, похоже же состояние, кроме боли, когда мы вокруг конусов бегаем, крутимся в сторону и по прямой. Так вот, вестибулярный аппарат крутится. Вот как раз, когда вы крутитесь, вы тренируетесь, чтобы в этом состоянии продолжать дальше работать тогда, когда другой сдастся. Ну и вот когда вниз ложишься сюда, вторую сюда и крутишься, потом кружочки вот эти. Приготовились. Хаджима. Прям вот так и вот так? Да. И в коленках ноги разгибаются. Аккуратно. Живая? Да. Молодец. Хорошо. Баланс. Аккуратно, аккуратно. До забора не добегай. Чтобы в забор не врезаться. Молодец. Хорошо, технично делал. Пару раз сделаешь, ноги будут вылетать так, как это самое. Будут уши отлетать. Аккуратно. Живая? Аккуратно. Вот. Аккуратно. Блин, вообще. То есть это, смотрите, какая ситуация. Баланс. Ты назад как бы, вот я сейчас возьму за забор. Ты назад достаточно сильно, но ноги не успевают отработать, чтобы переместиться. И ты падаешь, проваливаешься как бы. Не об себя не вытирай. Да? Ну ладно. Мне еще домой идти. Щетка есть. В спортзале щетка одежная есть, почистишься. Ноги отказывали, чувство было такое? Хаджимен? Аккуратно забор. На другую сторону перестегиваемся. Ну что, как ноги? Уже полегче стало.
Ну, лето потренироваться будет. Будете прыгать на скакалке, подпрыгивать раз по 5 крутить. Приготовились. Отжимаем. Аккуратненько. Разворачивайся. Тут еще какой смысл? Это не перемещаться, не просто ходить, не бежать, а стараться ускоряться и в голове заставлять ускоряться. Потому что просто от желания, вот ты идешь, хочу быстро, оно не будет быстро. Надо заставлять. Как Арнольд Шварценеггер говорил, вот я жму штангу, я прям представляю, как она растет. То есть заставлять психологически себя. И потом будете бежать, когда, да? По прямой будете бежать, нога левая коснулась. Правое в воздухе, левое в воздухе, правое коснулось. Левое в воздухе, правое в воздухе, левое коснулось. То есть, ну, очень быстро как бы, ноги сильные станут. Отжимаем. Осторожно, забор, 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 забор. Не поломай забор. Ну-ка, давай, 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 давай. Ну что, какие чувства, мысли? Ноги умерли. Умерли? Убиваем ноги. Санька, твои ноги следующие умрут. Она сама не... Нет, это не зацепится, надо повернуть. То есть приложить усилия. Приготовились. Сейчас пройдет мужчина. Отжимаем. Пониже сядь, ниже сядь, чтобы ноги в коленках не сгибались. Забор аккуратней. Чем ты больше, тем сложнее будет делать сначала. А потом будет инерция больше удара. Сила удара. Давай, 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 спеши, 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 спеши. Высокоинтеллектуальный отзыв. Как ты думаешь, что там происходило с твоими ногами? Да. Да. Это было? Конечно. Отлично. Здорово. Коля, сейчас это будет у тебя. Наверное. А еще мышление. Мышление в такую ситуацию как бы, ну, сложно. Человек не может принимать решение, четко действовать туда-сюда, как бы, ну, какие-то задачи поставлены выполнять, чтобы их было иметь возможность выполнять, как бы, да, это нужно, чтобы это не раз проходило, раз в неделю, хотя бы там, два раза в неделю, раз, 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 потом будет легче гораздо. Будете идти через ступеньку, не то чтобы, а забегать будете через ступеньку. Приготовились. Отжимаем. Ямы, 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 забор с другой стороны. Дошел, 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 дошел. Ну чего, ты можешь интеллектуально сказать высоко по этому поводу? Не знаю, я когда сама ловил такие же ощущения, так же лови. Вот, вот видите, какие чувства человек испытывает, когда тащит по крышку. Здорово. Понравилось упражнение? Очень. Мы по два раза делали, да? Сейчас третий. Нажми сбоку, сколько там время. Сейчас. Шесть часов. Третий подход. Отжимай. Это
А? Курты? Это фильтр. Вот так, раз, и весь воздух в пыль рассеиваться будет, и как бы это самое. Приготовились. А? Ну, надо стараться ускоряться, но ты делаешь правильно как бы. У тебя просто колено не успевает баланс. Если ты падаешь, скорость снижает. Вот. Но у тебя как бы... Короче, смысл в чем? Если мы будем каждый день, каждую тренировку делать таким образом, чтобы она ничем не отличалась от предыдущей, интерес потеряется. Если мы будем делать то, что будет получаться, интерес потеряется, результата не будет. Если ставить задачи сложные, как ты всегда ставишь, ты не ставишь легких путей, каких-то задач, как бы ты идешь всегда по сложному. Поэтому тебе сложнее гораздо, но и результат выше, понимаешь? Вот, тут всего лишь большой наклон назад, а ноги не успевают отработать. Ты нацелилась на большую скорость, и от непривычки еще просто то, что асфальт, она не бежит так, она прилипает. Она создана для того, чтобы не скользить по асфальту. Вот, а ноги не успевают отработать как бы. Некомфортно падать. Ну, вот, да-да-да. Приготовились. Хаджимы. Яме. Меняемся. Не сдавайся. Ну ты низко садилась, это тяжело. Приготовили следующий. Не три, оно само отвалится. Не втирай, а как бы вот так вот встряхивай, ты знаешь. Оно тогда не будет оставаться на... Приготовились. Хаджимы. Яме. В другую сторону. Ну что, как оно в третьем подходе? Почему ты тяжелее только? А потому что ноги устали больше. То есть первый подход, он легко идет. Ты спешишь, так, сейчас это измазала, это дошла бы, щетка тряхнула, это чистое было, а это бы. Собачка вернулась. Приготовились. Спешишь, как бы. Не суетись, не спеши. Приготовились. Хаджима. Какие мысли? Ноги устали. Ну, так и должно быть. Кирюха, смотрите, какой веселый, радостный. Приготовились. Хаджимы. Яме. Ничего, что-то сейчас можешь сказать отдельно? Не знаю. Не знаешь? Еще перевариваешь, обрабатываешь информацию, да? Следующий герой у нас
Саня Санинич. 35 боев, 175 побед. Хаджиме. Я моя Саня, в другую сторону обратно. Ловил сама? Что? Не понял. Через 6 минут уже процесс идет. Еще один подход, ну, еще одно упражнение будет тоже интересно. Отжимаем. Ага. Яма. Красавчик. Ну, проканулся, какие сейчас чувства? Класс. У тебя самые интересные чувства? Классно, стильно, молодежно. О, классно, стильно, молодежно. А. Упражнение следующее, но оно вообще легкое. На вытянутых руках. Отбежали. Готово? Yes. Упражнение простое как бы. Простое, как все в жизни простое. Вы представьте, если бы в хоккей играли шайба такая была. Прикиньте, воротами будет. Нет, пальцами большими там. Если здесь большими пальцами, то как бы, ну, она зажимать не будет сильно. Приготовились. Отжимаем. Дергай на себя. Раз. Назад отошла, руки выпрямила, присела, дернула. Назад отошла, присела, дернула. И пошла до конца так. Айч. Молодец. Вот таким образом, молодец. Желательно делать это все на взрыв. На взрыв. Молодец. Надо быстрее, когда отдыхаешь, ты уже как бы делать будешь, но мышцы не будут уставать. Разворачивайся назад. Молодец. Энтузиазм теряешь. Будет получаться хуже, страдать еще больше психологически. Опа, молодец. Опа, рывочек. Оп. Оп. Во, молодец.
Молодец, она легковатая для себя. Молодец. 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 А между тем прошло уже 40 минут. Буду идти рядышком, буду подсказывать. Ручки устали? Это, короче, зачем? На улице схватили. Туда его. Вот эта штука за этим. За воротник. Помните, ката мы делаем, да? То есть мы ката делаем, когда в Санчине, да? А, то есть мы последний раз доделали. Ну, у нас там есть движение, да? Поднимаем, вот хватаем тогда мы, да, на себя, то есть заворотник взяли и рвануть на себя, то есть заворотник и об коленку туда его как бы. Вот, либо просто рвануть и в сторону отойти как бы. Ну вот эта вся штука. Приготовились. Пониже садишься, спинку ровно, попу назад, грудь вперед и рывочек на себя. И вот сюда, ну, старайся сюда, подальше как бы. Как хикиты ты делаешь, хаджима. Молодец. Раз, молодец. Раз, молодец. Раз, молодец. 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 Вот и не сдавайся, не сдавайся. Оп. Позиция хорошая, четкая, хорошо сидишь, молодец. Раз, последний разок. Назад, в другую сторону. Вот, рывочек. 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 Молодец. Следующий. Возьми свою, которая. У меня вот это, да? Штаны спадают. Ручки раз. Пальчиками, да. Вот эти взяла уже, когда взяла, да? Взяла ты их, раз. А вот этим сюда, раз. Ну, то есть вот, вот такая схема. Отжима. Пониже, раз. Вот, попу назад, грудь вперед и дергай. Раз. Не сюда, а к себе. Рывок, да, к груди. Последний разок. Пошли в обратную сторону. Отжимай. Устала? Смысл понять надо. Второй, третий получше пойдут. Последний. Ну, все нормально. Следующий. Кто у нас? Кирюха.
Руки просунь туда, вот вниз. Пальчиком сюда, вот так вот. А раз. Нет, вот здесь. Да. Вот так вот. Раз. И вот эту здесь. Сжимаешь. Пониже садишься. Ножки шире. Ножки шире. Шире, шире. Широко, прямо вот широко. Как будто это самое. Пошел в магазин, купил, короче, мешок гречки, вышел, а у тебя там 5 гопников, схватили его, и ты должен его взять и рвануть, и вырвать его. И вот ты домой, короче, своим детям тащишь 40 килограмм гречи. Хаджима! И давай. Дернул, отошел на вытянутый, натянул, дернул. Дернул. Дернул, молодец. 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 Рывочек, 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 на взрыв. Молодец. Последний, давай назад. Отжимаем. Пониже садись, на прямых ногах не делай, ниже сядь. Чтобы у тебя тяга была, как на станке ты делаешь. Чтобы как на тренажере сидишь. А покрышка заменяет тебе этот тренажер, и ты делаешь на взрыв. Мега Саня. Саня сейчас нас поразит своей мега-шедевральной силой. Третий подход можно на секундомере попробовать. Нет? Нет? Да мы не на конфеты, не на пряники. На квартиру. Не, мы на это не играем. Саня, люк не выдерни сейчас. Ты что делаешь? Ручки снизу туда, раз. Снизу руки. Руки вместе. Вместе поставь руки. Раз. Вот так вот. И пальчиками сюда. Раз, раз, раз. Желательно, чтобы место побольше между руками было. Не спеши, не спеши место. И вот так вот. Раз. Раз. Отжимаем. Пониже сядь. Ниже садись и рви. Ниже сядь, ниже, ниже. И как вот давай, хаджима. Как будто на табуретке сидишь и рванул. И раз, 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 раз. И быстро, быстро. Отбежал, быстрый рывочек. Отбегай сразу же, моментально. Раз, быстро отбежал. 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 Ниже. Последний. На ту сторону. На ту сторону, на ту сторону, на ту сторону, на ту сторону. Молодец. От того, как ты быстро и оперативно делаешь, принимаешь решение, в поединке зависит, как быстро ты примешь решение. То самое верное. Хаджиме. Хаджиме. Давай, давай, продолжай. Тебе задача доделать, а не зацеплять и расцеплять. Ниже садись. Ниже садись. Ниже садись. Ай, ниже садись. Ниже садись. Ниже садись. Последний. Ямы. Зай, подержи, пожалуйста. Там чуть-чуть поправить надо. Так. Раз. Ну, отпускай. Так. Дядя Коля. Мы вас ждем. Вышки найти. Руки снизу вниз. Вместе, руки вместе. Раз, чуть пошире. Раз, руками обхватываешь. Раз, пальчиком сюда. Раз. Так. Ты ждешь, пока я за тебя все сделаю. Вот. Если пошире сделаешь, ребят, если пошире делаете вот этот хват, да? Если узко, тяжело. Если пошире, когда вы руки раз, то можно сюда подальше рвануть. Вот это. Приготовились. Хаджима. Рванул назад, рванул назад. Рванул назад. Рванул назад. Рванул назад. Молодец. Рывками такими. Пониже садись.
пониже надо садиться, ниже садись. Молодец. 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 Последний разочек. Молодец. На ту сторону. Красавчик. Лишний раз никогда не бывает лишним. Как же она? Красавчик. Хаджима. Молодец, еще разочек можно. Опа! Если ты лишний раз делаешь, следующий после тебя будет на один раз больше делать. Живые? Готовились. Музыку тебе для мотивации включили. Так, ручки снизу. Вот так вот, раз, пошире. Опа. Нет. Снизу. И обход. Снизу. Ручки вперед. Вперед вытяни. Раз. Ручки вот здесь вот так вот. Раз. Схватила. Ручки сюда. Раз. Молодец. Приготовились. Хаджима. Отбегаешь моментально сразу же. Раз, молодец, отбежала. Вот, молодец. 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 Отжимай. Молодец. 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 Вот, умничка. Быстрее отбегай, раз отбегай, чтобы быстрее как бы процесс перемещения быстрее был как бы на ту сторону. Побежали. Оп, отжимаем. То есть натянуть надо так, чтобы она не вырвалась оттуда, плавно натянуть, отбежать и плавно подтянуть, раз, чувствуете это? Молодец. 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 Отлично. Ну вот, видишь, второй раз он по-другому. Технику, чтобы понять. Следующий берем, зацепляем уже сами. Приготовились. Хаджимай. Последний на ту сторону. Отжимаем. Отжимай. Молодец, правильно делаешь.
Отжимай. Потеплело, да? Холодно? Да? Это энергии не так. А хочется спать сладкого? Нет? Сладкого? Вот. Почему? Диабет? Нет. Дорого? Нет. А почему? Манту. А-а-а. Или как еще? Не подфартило. У нее манту, поэтому сладкого нельзя. А у Коли нету манту, да? Да. Поэтому можно сладкое, да? Саня, тебе можно сладкое? Да. Красавчик. Приготовились. Отжимаем. Ниже садись. Ниже, не на прямых ногах. Ниже, ниже. Ниже садись. Вот прямо тело так. На себя. В ту сторону. Отжимаем. Закидываем. Красавчик. Натягивать аккуратно надо, не рывком. Отжимаем. Быстро отбежал, раз проверил вас. Доли секунды проверил, сколько рванул. Доли секунды рванул. Доли секунды рванул. Доли секунд, рванул, доли секунд, рванул, молодец, 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 чуть-чуть, чуть-чуть. Суета, лучше не спеша, аккуратно, раз, это будет быстрее, долго, но быстрее, чем вот эти дергания, такие лихорадочные. Следующий, дядя Саша, мы вас ждем, вы нас должны удивить сейчас. Отжимай. В ту сторону. Отжимаем. То есть, видишь, от скорости принятия решения ты можешь контролировать процесс, как ты зацепил, перемоталось или нет, либо нет. То есть, есть вероятность, что при быстром решении какой-то поставленной задачи ты будешь путаться, качество выполняемой работы будет теряться. Это то же самое, что, как бы, рюкзак себе на плечи побежал метров 100, там, короче, прополз, потом пропрыгал, потом взял и начал стрелять. Будет вот так вот. Отжимаем. Когда натягиваешь, как бы, смотри, чтобы она не прыгала, как бы, плавненько. Отбежал, подотянул чуть-чуть и рывок резкий. Раз, рывок. Отбежал. В другую сторону.
Красавчик. Мы сколько подходиков сделали? Два. Вот сейчас третий заключительный. Идем в руки, спортзал вместе. Да, кстати. И Виталий Геннадьевич нарисовал? Нет, мне не было пять. Нарисовал Виталий Геннадьевич? Нарисовала Виталий Геннадьевич? Дома. Не нарисовала. Нарисовала Виталий Геннадьевич? Да. Все нарисовала Виталий Геннадьевич? Да. А? Да. Ну, только один человек нарисовал. Опять, вот только один. И, а это? А ты нарисовал? Тоже нарисовала? А где? Когда дома это нет. Понимаешь? Ну вот. Приготовились. А? На это, на асфальте? Да, это. Блин. Я тоже руками могу. Потом выпили кусок этот и это самое. Приготовились. Отжимаем. Мало. Не, вот сюда. Не сюда, вот сюда. Как хиките бьешь удар, отжимай. Молодец. Вот, молодец. Ты нехотя делаешь, поэтому будет тяжелее делаться, потом тебе не понравится. Ну, кстати, рывочек сделай, прям вот красиво. Во, молодец. Руки устали, да? Рывок сильней. Сторону. Следующий. Как же мы? Старайся быстрее сделать. Опа, давай. Там пачечка с подорбита долго-долго лежала, и только сейчас он выпало. Ее катали, короче, долго-долго. Я все наблюдал за ней. Устали? Отжимай.
еще три. Три богатыря. Они разве люди? Посмотри, машина. Ты посмотри на Колю, машина. Саня вообще, блин, ух. Ты говоришь, человек, он машина. Приготовились к хаджимае. Ты также растеряешься. Спокойствие демонстрируй полное, как удав. Старайтесь, когда вот отцепится, с полным спокойствием делать, не растеряться. Хаджима. Коля, приготовились. Хаджима. Ты делаешь, тебя не проверяют никогда в жизни. И поэтому вот не проконтролировал. Сделал, не проверил. Сделал, не проверил. Альпинизмом не занимайся. Молодец, рывочек сильный. В другую сторону. Раз, проверь. Отжимай. Устал? Устал? Нет. Устал? Нет. Устала? Нет. Устала? Нет. Устала? Нет.